Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В этом уроке мы установим иконки в редактор Brackets. Давайте откроем редактор, зайдем в менеджер расширений и введем icons. Тут мы можем увидеть расширение Brackets icons. Давайте поставим его. При желании вы можете перейти на сайт и посмотреть, какие там поддерживаются иконки. Давайте установим данный плагин. И теперь мы видим, слева у нас появились иконки. У каждого файла своя иконка. Надеюсь, вам было полезно это расширение. Если оно вам понравилось, ставьте, используйте его. Теперь можем переходить к следующему видеоуроку. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Переходите к следующим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!